но всех милей за Москворечьем, где я рожден после весенним на тихой улочке щепок. Здесь на зацепе звон трамвая понад вокзалом Павелецким занес мне в сердце светлый вирус под запах маминых духов. И о Москве мне напевая, порою как-то не по-детски, с годами вирус взял и вырос, расправив крылышки стихов. В них с орликиновой усмешкой слеза Пьеро из «Песнь Мальвины» и дождь грибной, а между строчек церквей московских перезвон. Но вслед за осликом с тележкой и посидевшей балериной выходит мальчик, колокольчик, из-за зеркалья на поклон. Догорает моя свеча, догорают обрывки осени в позолоченных обручах, октябрем на Москву наброшенных. Звуки первых моих шагов, пацанов беспортошных шалости, запах бабкиных пирогов помнит все переулок Павловский. На зацепе трамвай звенит, растревожив мне душу пьяную. Я покамесь не знаменит, и, наверное, таким не стану я. Но к Москве я хребтом прирос, ей слагаю стихи простецкие. И, как прежде, люблю до слез переулки Замоскворецкие. Забыл последние там две строчки. От теплоты твоих даров, дворов теряю речь я. Благословенно быть моя Замоскворечье. Ну, это такое. Называется «А может». Когда-то был клубочек с ниткой путеводной подарен бабушкой, чтобы не морочился. И жизнь казалась мне безоблачно свободной. Да только тот клубок однажды взял, да кончился. Я был веселым, всегда любил компании, не замечая вскоре рюмки лишней выпитой. Мне очень льстило собутыльников внимания и у разбитого корыта я. Без рыбки-то. Ловил я рыбку золотую мимо невода. И чудо-щуку не поймал ведром я в проруби. Судьба избушка повернулась к лесу передом, а на карниз окна летят с помойки голуби. Не растерилась в жизни скатерть самобранкою. Кувшин не мною вскрыт со стариком Хаттабычем, а неразменный свой пятак спустил по пьянке я и стал обычным серым стариком хотя бы чем. А может, двое из ларца? Да и ларца-то нет. Перо жар птицы в пальцах шариковую ручкою. Бежал когда-то на царем лягушек кваканье, ну а в итоге на диване с музой сучкою. Я в бочке комнате по времени течению плыву один, недооцененный, непонятый. Из бытия плыву до пункта назначения. И никуда не убежать из этой комнаты. Спасибо. Борис Прахов сейчас объявляет.